думаю, что это один из лучших чемпионатов Европы будет, потому что подготовка и все организовано на высшем уровне, по крайней мере, то, что я видела. Питание, проживание, как все сделано на стадионе, как относятся к спортсменам. Я считаю, что просто супер. Мне все очень нравится. Хочется поблагодарить Тюмень, отдельно губернатора, что уделяет так много внимания спорту. Спасибо большое. Сегодня как вот по гонке впечатление, вот насколько тяжело было выступать на такой трассе? Ну, во-первых, выступаем мы уже здесь не первый раз. Просто сегодня были погодные условия немножко сложные. Сначала пошел дождь, потом у меня в середине гонки выскочило солнце, и лыжи вообще перестали работать. То есть это не вина сервисменов, а просто такая погода. В начале гонки лыжи работали хорошо. Ну, как сложилось, так сложилось. Я сделала все, что могла. Как сейчас самочувствие? Самочувствие нормальное. Есть еще силы на гонку преследования и на мастар. То есть будем бороться до конца. Ставишь задачу отобраться на чемпионат мира? Да, конечно, ставлю. Это надо ставить перед собой только высшие, как сказать, достижения.